Валя. Привет. Все, выключили. Да. Для всех тех, кто ничего не понимает, что здесь происходит, причем тут вот этот вот молодой человек, нужно сначала посмотреть предыдущее видео, которое называется «Панкрионекроз. Лечить или оперировать», и вы все поймете. Мы с вами остановились на том, что выписали мужчину, молодого мужчину, которого зовут Денис, из хирургического отделения. После нескольких месяцев лечения по поводу панкрионекроза выписали его домой с дренажом, по которому текло гнойное отделяемое, и он у нас спокойно потом приходил на перевязки. Сегодня, так как 4 декабря, а то, что увидели только что, это 30 число, когда Денис снял себя на работе на следующий день после выписки и прислал все вот это вот нам. Это для того, чтобы вы наконец-то поняли и удостоверились, что Денис живой, здоровый. И сейчас мы отмотаем время на пару месяцев назад и начнем по порядку, что же с ним происходило после первой госпитализации. Те, кто смотрел видео, помнят, что Денис у нас оказался дома с дренажной трубкой, без температуры, с нормальным самочувствием, с удовлетворительными на момент выписки анализами, не такими, как они должны быть у здорового человека, но такими, с которыми можно находиться дома, принимать таблеточки и, соответственно, жить. Кушать свою еду, сидеть на своем туалете, читать книги, смотреть телевизор, гулять по улице и набираться сил для дальнейшего выздоровления. Он к нам периодически приходил на перевязки и в какой-то момент при перевязке что-то пошло не так. Мы заметили, что Денис стал опять поднимать температуру до 38-39 в течение там нескольких дней. Мы заметили, что у него меньше стало отходить по дренажу, который стоит у него в забрюшинной клетчатке в полости гнойника. Мы заметили, что у него немножко поддулся живот и сказали: слушай, Денис, может быть, хватит заниматься вот этими приходами к нам, давайте-ка мы вас положим повторно, пообследуем, возьмем необходимые анализы, сходим на КТ, снимем и дальше уже будем с вами разбираться в стационаре. Ну, на том мы с ним и порешили. После того, как Денис сходил спокойно домой, собрал все свои вещи, чашку, ложку, тапки, халат, зубную щетку и необходимые ему там вещи, которые он будет пользоваться в стационаре, 29 сентября он поступил к нам повторно. Денек мы его пообследовали, покрутили, сделали необходимые анализы, поперевязывали, попромывали дренаж, по которому у нас ничего не получилось и ничего не потекло. Отправили его на контрольную компьютерную томографию брюшной полости. Для всех тех, кто будет кричать, что вот сколько же можно делать рентгенологических исследований, это такая нагрузка, я поясню, что компьютерная томография, так как она, да, имеет какую-то лучевую нагрузку, она достаточно опасна, но если имеются показания к этому обследованию, они должны быть выполнены. И компьютерную томографию, что грудной клетки, что живота, нужно делать столько, сколько это нужно для больного и столько, сколько нужно для информации, необходимой лечащему врачу. Поэтому надо делать 10, мы будем делать 10. Ничего страшного не случится, Денис у нас не засветится. И на повторной компьютерной томографии органов брюшной полости мы увидели вот такую вот не особо красивую картинку. Давайте с вами вспоминать КТ, как Денис у нас ушел из стационара в последний раз, когда мы выполняли исследование, и как все это выглядит сейчас. На этой картинке мы увидим дренаж, который стоит у него. На этой картинке мы увидим то, что в области поджелудочной железы уже нет такого количества жидкости. Мы увидим, что там дренированная флегмона, и на этом все. И что изменилось, и будем даже тыкать пальцами в экран. Ну, потому что так мы тыкаем всегда. Мы же не должны вам показывать то, что не происходит на самом деле. Да, я тыкаю пальцем, вот такое плохое, можете меня за это ругать. Мы сейчас пойдем не там, где делают компьютерную томографию, а в тот кабинет, где приходит информация, куда приходит на экран информация, и там сидит врач-рентгенолог. И вы окунетесь в мир описания компьютерных томограмм, причем как это происходит на самом деле. Когда пришли врачи, а в норме, я думаю, что все время должно быть так. Есть врач-рентгенолог, который описывает снимки, есть лечащий врач, который должен прийти и вместе с рентгенологом потыкать пальцами туда-сюда, задать ему какие-то вопросы, получить на них ответы и все вот это вот обсудить. Вот мы сейчас все вот это вот и посмотрим. Печенка у Дениса большая, да? Селезенка большая. Ну смотри, ну, вот полость, у тебя поджелудочная железа, а полость вот у тебя полость, вот она.
В смысле, в каком режиме? В обычном. А у нас других режимов нет. И вот его вот это вот около почки стекает, вот эта дресня, вот она идет, вот. И туда у нас идет дренаж. Вот, это тогда, когда у него еще фолей стоял, вот он дренаж стоит. Ты сказал последний или ты был последний? Когда мы сделали ему контраст. И больше ни температуры. Вы хотите сказать, что это была лечебная манипуляция? Да нет, просто... я имею в виду... Вот смотри, у него дренаж стоит, вот тебе кишка, вот тебе селезенка. Да, и вот у него стоит вот в этой полости головка дренажа. То есть мы думаем, ну значит, где-то кишка может здесь. Быть, тебе не здесь она и подразваливает. Ты и так все видишь, но для красоты я начитался вчера какую-то методику. Плеврит, ну, постоянно у него. Постоянно. Ну. А это последний КТ, на котором уже нет ни хрена. А Ракитин вас не интересует пневмоторакс ничем? Не, а что Ракитин? Ну там все. То есть, смотрите, даже плеврит практически ушел, там какие-то. Ты еще сохраняешь шпатовины? Следы осталось, да. Ну, какие-то прям сопли-сопли, а может быть, даже и вообще нет. Чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Чуть-чуть воздуха, да. Ну, не, ему... Междолевой вон там плеврит не нужен. Ну, это совсем. Ерунда. И вот... Что мы увидели на повторной компьютерной томографии, когда Денис к нам поступил сейчас? То есть до этого все было вот так, а сейчас мы увидели совершенно другую картинку. На фоне того, что у больного стоял в полости флегмона дренаж, по которому все нормально оттекало и все было хорошо, на данный момент мы имеем стоящий дренаж в брюшной полости, но... Полость флегмона опять наполнилась гноем, она опять наполнилась газом, и я сейчас вам расскажу, почему все это произошло. Вот на этом снимке вы уже видите, что увеличивается количество жидкости в околоселезеночном пространстве, небольшой выпад в плевральной полости. И вот сейчас я вам покажу наличие жидкости с газом, вот это вот черный Т-газ в полости флегмона, которая опять скопилась. Мы с вами уже на предыдущем видео говорили, что тяжелый панкреатит, панкронекроз, течет вот так вот стадийно. То есть первая фаза, вторая, третья, четвертая, и все это растянуто во времени, и время это может быть совершенно разное. Да, в учебниках написано там вот первая фаза недели там две, вторая фаза недели две, но на самом деле все это может растягиваться на несколько недель и даже на месяцы. Так вот, когда мы говорили о том, что есть острый тяжелый панкреатит с ферментативным перитонитом и больному нужна лапароскопическая санация, это одно. Потом процесс переходит в следующую стадию. Мы видим жидкостные скопления в проекции поджелудочной железы и в брюшной полости. Вот эти жидкостные скопления жидкие, которые можно дренировать под контролем ультразвука, что мы и делали. Это там следующая ситуация. Потом возникает период инфицирования и возникает флегмона забрюшинной клетчатки, флегмона, которая располагается вокруг поджелудочной железы, стекает вниз по фасциям, по фасциальным футлярам, по подкожно-жировой клетчатке. Вот это вот следующая стадия панкронекроза. И в данной ситуации мы тогда поставили больному дренаж, и вот этот вот жидкий гной начал оттекать по дренажам наружу, и больному стало легче. Что же произошло сейчас? Кроме того, что есть нагноение, инфицированные ткани, они точно так же погибают. И когда погибшие ткани начинают отторгаться, возникает секвестрация. То есть вот это вот секвестры в области, там где была флегмона, это не есть что иное, как мертвые ткани, отвалившиеся от человека и болтающиеся в полости флегмоны, и которые должны эвакуироваться через отверстие какое-то или сделанное нами, или которое произошло самостоятельно у человека, наружу. Но, так как вы помните, у Дениса стоял тоненький дренаж, у него стояла тоненькая трубочка, и просвет этого дренажа был не такой большой, жидкий гной и жидкое отделяемое по этому дренажу отходило, а секвестры вот эти, они просто-напросто забили дренаж, и произошла вот эта ситуация, которая произошла. Это нормально. То есть мы у таких больных, которые потекли по типу инфицированного панкронекроза, ждем образования секвестров. И ни в коем случае не нужно залезать в пациента, когда эти секвестры еще не образовались. Когда есть просто флегмон и гнойник. Флегмону можно вскрыть небольшим разрезом. Для молодых хирургов, чтобы было все более-менее понятно, я могу привести такой пример. Вы же, наверное, сталкивались, что люди приходят к вам в поликлинику или в стационар с постинъекционными абсцессами. Так вот,
Если пришел больной, который себе неудачно в ягодицу уколол укол и постинъекционный абсцесс у него созрел, то есть там есть полость, наполненная гноем, вы вскрыли его, гной эвакуировали, поставили дренажи, и у больного произошло выздоровление. Но бывают ситуации, когда больные приходят на стадии, когда еще самого гнойника нет, есть краснота, температура, но вот этот вот гнойник в стадии инфильтрации, когда есть просто инфицированные подкожные клетчатки, но у человека еще не произошло нагноение и нет гнойной полости. Если вы вскроете абсцесс вот в этот вот период, то рана будет заживать длительно, и рана будет заживать месяцами. И вы будете потом плеваться на самого себя и говорить, как вы неправильно сделали. Так вот, с панкреонекрозом все обстоит точно так же. Если мы будем открывать живот и выполнять какие-то операции в стадии инфильтрации, когда еще не сформировались вот эти нежизнеспособные ткани, когда не отошли секвестр, то мы получим тот же эффект, как если бы мы вскрыли на жопе гнойник, который еще не сформировался. Все абсолютно точно так же. Слово «жопа», наверное, говорить не надо, потому что сейчас нас слушают какие-нибудь люди, которым это очень режет слух. Но ничего страшного, потерпит. Итак, Дениска созрел. Он стал на данный момент больным, у которого в полости флегмоны образовались секвестры, забили вот этот вот дренаж, который стоял, и гной стал скапливаться и не вытекать по дренажу в его забрюшинном пространстве. Поэтому следующая наша встреча с Денисом будет в операционной. Мы сейчас с вами все вот это вот посмотрим, а я вам вкратце потом расскажу, что и для чего мы все вот это вот делали. Что-то как-то ему не нравится. Мне тоже не понравилось. Мы сейчас побольше делаем, не просто. А нет, туда, куда нужно. А я с тобой. Особо я тебе скажу, Сагидыч, тоже разваливать его, ну, как бы, эту рану, не надо. Ну, да. Надо вот там подсечься чуть-чуть. Плотная какая-то. О! Вот. Угу. Сейчас секвестр откроет. С шариком. Потому что не опаривающие. Фасции Герота вот эти. Да. Вон, смотри, вот эти прям. Видит вот это шарик. У Белевцова вот такие были, как камни, помнишь? Да, пипец. Собачек проще. Через пять поменять. Как вы видите, мы удалили больному дренаж. Мы немножко расширили вот этот вот свищевой ход для того, чтобы сформировать нормальный ход и доступ к этим тканям, где у нас произошла секвестрация, где есть секвестры, где есть вот эта вот нагноившаяся ткань, где есть гной. Мы пальцем немножко расширили вот этот вход, пасовали туда зажимчиков, пасовали туда дренажей. Не смущайтесь на кровотечение. Вы должны понимать, что в ткани в этом месте все воспаленные, а воспаленная ткань, она достаточно васкуляризирована, то есть она вся в кровеносных сосудах, и воспаленная ткань будет кровить совершенно по-другому. Поэтому примесь крови в гное, это для данной ситуации нормально. И самое главное, что чем больше мы больному делаем разрез, тем больше мы вызываем у больного кровотечение из мест вот этого разреза. И через вот такой вот доступ особого гемостаза вы не достигнете. Поэтому в полость вот эта вот, которая у нас сформировалась, мы вводим не только перчаточный дренаж, а мы вводим еще обычную салфетку или тампон, чтобы хотя бы как-то затампонировать вот эту вот полость, и не возникло у нас жизни угрожающегося кровотечения. И больше мы в данной ситуации пока ничего не делаем. Завтра мы тампон уберем. А завтра у нас, к сожалению, наступило в этот же вечер после операции. Дело в том, что когда мы оперировали Дениса,
я только-только смонтировал видео и буквально там за день или, может быть, в этот же день выложил его на YouTube. И вы все это посмотрели. Это посмотрели родственники Дениса, посмотрел потом сам Денис. Так вот, после операции, когда мы пришли к Денису там через пару часов, у него и так был низковатый гемоглобин, мы все это видели. О причинах мы с вами еще немножко чуть подальше поговорим. Мы его обследовали с ног до головы. Причину гемоглобина мы с вами пофантазируем, причину низкого гемоглобина. Так вот, когда мы пришли через несколько часов после операции, Денис на кроватке лежал бледный, Денис на кроватке лежал с низким давлением, Денис был с частым таким слабеньким пульсом и в луже крови, которая текла по дренажам. И после того, как мы все это повторно там, это не снято, это не попало в камеру, потому что там было не до каких-то съемок, и был вообще момент, блядь, зачем я вот это вот все выложил в интернет, пока Денис не поправился. Ведь сейчас такая ситуация, когда, ну, и может быть, произойдет не особо хороший момент, и Денис это понимал, и мы это понимали, но пронесло, все хорошо. Обошлись консервативными мероприятиями, тампонированием, переливанием крови. И на следующий день Денис у нас уже пошел в туалет сам, своим пешком, и все у него было достаточно относительно неплохо. Почему происходит кровотечение в послеоперационном периоде после таких операций? Представляете себе, полость флегмоны, секвестры, то бишь развалившиеся бывшие живые ткани, которые находятся между кровеносных сосудов, в забрюшинной клетчатке, пока они находятся в полностью заполненном гноем, газом, пока там есть положительное давление, все это не течет. Как только мы все это начинаем из больного эвакуировать, как только начинают секвестры при наличии отсутствие давления вот в этой полости отваливаться в саму полость и выходить наружу, они отваливаются от живых тканей. Соответственно, живые ткани, которые точно так же кровоснабжаются, начинают кровить. И мы получаем вот такие эрозивные кровотечения. Мы практически никогда не видели кровотечения в остром периоде, когда у больного есть гнойник, и все время мы видим кровотечение, когда гнойник дренируется. Причина, как в моей хирургической голове складывается, точно такая, про которую я вам только что сказал. Плюс еще не забываем, что у больного и так совсем низковатый гемоглобин. От слова совсем низковатый, то есть 50, и было и 47, и 52. И мы перелили больному, я не знаю, наверное, литров 6 крови за всю госпитализацию, потому что это было неоднократное кровотечение. Он у нас кровил повторно, он у нас кровил там через 5 дней после операции, он кровил через 10 дней после операции. И мы сейчас остановимся на одном небольшом моменте, который для нас будет очень важен, и о котором я все время думал и боялся. Мы неоднократно выполняли больному гастроскопию. Мы не нашли никаких там острых и хронических язв, вообще даже эрозивного поражения желудочно-кишечного тракта в верхних отделах. То есть кровить оттуда он не может. Мы больному неоднократно брали анализы, в которых видели, что у него кроме гемоглобина снижения никакого нет. Нормальный уровень тромбоцитов, да, низковатый белок, ну и фиг с ним. Низковатое железо. Железо Денис получал постоянно, потому что когда мы видим больного с низким гемоглобином, в первую очередь берите сывороточное железо, посмотрите. Если норма железа, мы сейчас посмотрим по анализам, по нашим, у обычного человека здорового, там колеблется в пределах от 6 до 20, до 30, то у Дениса оно было 1,5. У Дениса железа было 2. Поэтому мы ему надавали столько железа, что, мне кажется, он скоро будет у нас к магниту присасываться. То есть железом мы его накормили. Но гемоглобин у него так категорически и не стал подниматься. Мы поднимали его только с помощью гемотрансфузии. Это крайняя мера, но, к сожалению, в данном случае она была нужна. Так вот, на следующий день или вот вечер после операции Денис озадачил меня вот таким вот вопросом. А у меня доктор вот стул сейчас был, и он был с кровью, прям со сгустками. И у меня оттуда выходило вот точно с такой же содержимое, которое текло у меня по дренажам. Ну, мы, конечно, ему сказали, что Денис, да ты не беспокойся, да ничего страшного, так это должно быть. А сам я, когда он пошел в палату, спрятался в кабинет и подумал, То есть вот этого нам как раз еще и не хватало. Дело в том, что стенками вот этой гнойной полости являются органы брюшной полости. В данном случае одной из стенок вот этой забрюшинной флегмоны, которую мы эвакуировали, была толстая кишка. И такие больные при разрушении воспаленной стенки толстой кишки имеют полное право заиметь у себя кишечный свищ. Это уже потом, на перевязках,
пока ничего не говоря Денису и ничего не расстраивая его, мы посмотрели, как оттуда у него из раны вываливаются кусочки лука, какие-то семечки куджутные и прочая вот эта вот еда, которую он клал себе в рот. И, в принципе, у меня в голове, но опять же, пока мы Денису ничего не говорили, сложилась такая мысль, что да, у Дениса есть толсто-кишечный свищ. Немножко, но поддает. Больше потом он на кровянистые выделения не жаловался. У него много содержимого кишечного в рану не текло. Но то, что свищ был, это 100%. И что делать в таких ситуациях? По учебникам, по-хорошему, по идее советов тех, кто сейчас может скажет, ну, конечно же, надо было его брать на операцию, выводить у него колостому, то есть выше места свища, выводится кишка на переднюю брюшную стенку, и тем самым мы отключаем свищ от всех органов пищеварения. То есть у нас кал будет поступать наружу, вот, стомированную вот эту вот кишку. Про стом мы с вами тоже уже неоднократно говорили. Но так как у больного был нормальный аппетит, он нормально ел, он ежедневно ходил в туалет, у него было мало отделяемого через рану кишечного, и в принципе мы подумали о том, что давайте-ка пока оставим его в покое. Мы еще раз с доктором посмотрели на КТ, с его лечащим врачом посмотрели на КТ Дениса, увидели, где стоит дренаж, пофантазировали, где у нас может находиться кишечный свищ, ну и на этот кишечный свищ попросту забили. Что же происходило с Денисом каждый день, пока он лежал у нас в отделении? Каждый день, ежедневно, два раза в сутки, вечером с помощью медсестры, утром с помощью лечащего врача, которого был Хизир Сагидович, или меня, мы Денису делали перевязки. И мы сейчас с вами посмотрим, как делаются перевязки у Дениса ежедневно. То есть каждый день одна и та же процедура. Больно, неприятно, плохо, но это неизбежно. Начнем с одного очень интересного момента. Сейчас вы увидите, что совершенно, может быть, даже неправильно, что нестандартно. Но вы помните, когда-то Денису выполнялась диагностическая лапароскопия. Ее выполнял наш доктор по поводу ферментативного перитонита и разлившегося вот этого выпада по животу Дениса. Это было в самом начале госпитализации. И вот в том месте, где у него стоял дренаж после диагностической лапароскопии, было постоянное отделяемое светлой астетической жидкости. И у него она то прорвется, то не прорвется, то закрывается, то потом опять откроется, то закрывается. Причем мы получали не 20 мл, а мы иногда жидкости получали около литра. Так вот, сейчас я в перевязочной покажу вам, ну, что мы с этой штукой сделали. В месте, где у нас заходил дренаж, образовался грыжевой дефект с настоящим грыжевым мешком, при вскрытии которого мы постоянно получали астетическую жидкость. Вы сейчас увидите, что я с Денисом на перевязке сделал. Еще раз говорю, может быть, это и неправильно, но, как показало время и послеоперационный период, все мы сделали нормально. Получается, что это грыжевой мешок. Да я тебя даже еще не потрогал, а ты уже это вот так вот делаешь. Да я уже это. Смотри, какие там. Я видел. Я же вам говорю, мне когда первый день перевязывали, у меня уже прям вот такой вот диаметр. Угу. Вытащили! Вот, давай-ка мы мыть его будем. Ну вот я трубочку хочу давай. Отдать. Еще секвестр. Прямо там под этим. Дай мне шарик. Прямо там. Я не чувствую. Сейчас стоп. Сейчас. Да? Резинку. Денис, терпи. Так, перчатку? Угу. Еще шаг будешь?
Все, больше по ней делать не буду. Все. Расслабляйся. Чего еще закрыть? Это то, что касается вот этой вот дырки. Там стоит дренаж фолей, уже знакомый нам по предыдущим видео, там, где мы до аденостома его пихаем, куда мы только не пихаем. Так вот, этот дренаж у него находился в течение нескольких недель. У нас астетической жидкости получалось около, наверное, литра, пол-литра за сутки. Потом потихонечку жидкости стало меньше, меньше, меньше. Потом в какое-то время дренаж выпал, рана зажила, и все закончилось. Причины? Не знаю. Что мы только не фантазировали. Мы сваливали все это на низкий белок, на низкий гемоглобин. Да, могут быть какие-то явления полисерозита, скопление жидкости в плевральной брюшной полости. Может быть, за счет воспаления скапливаться жидкость в брюшной полости, но были и другие мысли. Возникали мысли про цирроз печени, потому что большая селезенка, ну, хотя при нормальной селезеночной вене, мы искали причину в тромбозе воротной вены, что тоже может быть. Воспалительные изменения в поджелудочной железе могут привести к тромбозу воротной вены, вследствие чего повышается давление в портальной системе, точно так же, как это происходит при циррозе. Но мы тоже на ультразвуке не увидели никаких проблем в воротной вене, кровоток был совершенно нормальный, тромбоза и блока воротной вены не было, поэтому эту причину скопления жидкости воспалительной вот этой в животе мы тоже как бы отмели. Ну и на этом тоже на нее забили, дренаж потом выпал, жидкость перестала накапливаться и все пришло в норму, поэтому что об этом думать? Да, как ты назвал, ну-ка, как ты назвал эту штуку? Не секвестр, а это, я вспомню, скажу сейчас. Ну, секвестр, правильно. Потерпи. И меня обосрал, все. Бывает. Ну, то есть... Какая здоровая, да? Да. Вот так. О, все, дышать началось, вот, слава вот так, богу. Вот такая вот штука. Угу. Вот так вот выглядит настоящий секвестр. А мы с вами покатились по этой истории дальше. Ежедневные перевязки, ежедневные промывания и дренирование вот этой вот полости привели к тому, что потихонечку все секвестры у больного через эту дырку отошли, мы все меньше и меньше ставили дренаж, мы туда перестали совать всякие дренажи, толстые трубки совсем, мы перестали промывать, и рана стала у нас потихонечку закрываться. Наступил момент, когда рана практически закрылась, мы туда поставили тоненькую резиночку, чтобы она не закрылась совсем. По ней оттекало небольшое количество жидкого гноя. Если вы думаете, что мы ничего с этим гноем не делали и что мы не лечили консервативно, конечно же да, мы сеяли этот гной. Мы 300 раз высевали вот этот вульгарный протейко, про который мы говорили в прошлый раз. Мы назначали ему антибиотики по чувствительности, которая приходила на бумажке, к каким антибиотикам был чувствительный этот протей. Мы не будем вдаваться в подробности. Какие это были антибиотики, мы не будем вдаваться в подробности. Что там произошло с этим вульгарным протеем? Все зажило. А самое главное, уже в конце мы заимели Дениса, который ест, который пьет, который ходит с нормальным относительно гемоглобином, чуть-чуть не доходя до 100 после всех наших гемотрансфузий, на своем ходу, с нормальным стулом. И самое главное, что с отсутствием калового кишечного отделяемого по свищу. С нормальным стулом, то есть свищ кишечный у Дениса без всяких манипуляций закрылся самостоятельно в течение некоторого времени. Помочь вам? Не, не надо. Так, мы пойдем сверху. Сверху, конечно, конечно. В плевральной полости меньше. В плевральной полости меньше. Уменьшилось. Угу. Здесь остается, вот здесь немножко, вот видишь, угу. Желудочно-селезеночная связка, я называю, не знаю, правильно это или нет. Угу. Вот. И вот это. Угу. Дырка с полостью. Ну опять, это дырка полостью, куда мы дуем физраствор. Да. Но здесь совершенно чудесно вот этого и поджелудочная осталась более-менее целая. Да. Почка оттеснена нашими этими штуками. Штуками, да. Просто я считаю... И клетчатка стала хорошая. Все, я написала. Короткий протокол. Ага. Там-то, 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 лучше, то есть все, фигли-мигли. Угу. Пыталась как-то выразить словами то, что я вижу. Селезенка большая. Да. Нет ли у него цирроза? Может и есть. Внутри желчи-то, кстати, ходы расширенные. Угу. Я не знаю почему. Для чего мы все время измываемся над людьми на перевязках? Все очень просто. Для того, чтобы рана зажила хорошо и окончательно, нужно не давать ей заживать.
Вот такой вот парадокс. Рана должна заживать не снаружи, рана должна заживать изнутри. И так как у больного имеется большущая полость в забрюшинной клетчатке, и рана у него постоянно пытается закрываться, закрываться и закрываться, настает такой момент, когда рана закроется, а полость еще полностью не отсанировалась. Поэтому приходится лазать туда пальцами, зажимами, ставить туда дренажные там всякие трубки, ставить туда резинки для одной простой цели, чтобы не закрылась рана до того момента, когда не зажило все внутри. Вот этим мы и занимались. А сейчас мы с вами посмотрим, что же все-таки такой секвестр, как он выглядит и какого размера они бывают. И для тех, кто будет сейчас пищать, что вот там через такое маленькое отверстие у нас ничего не будет отходить, поверьте, все отойдет. Мы пока не пробовали заниматься с больными, хотя я знаю, что в других больницах этим занимаются, в более продвинутых больницах, где лечат панкреонекроз, занимаются эндоскопическими вмешательствами, санациями вот этой полости с секвестрами, секвестроэктомиями под эндоскопическим контролем. Это в больших больницах, мы с вами работаем в деревне, мы не имеем возможности столько количества времени для лечения таких пациентов, а пациенты у нас есть, никто у нас их не забирает. И никому вот эти пациенты вот с такой историей болезни, с четырехмесячной госпитализацией, поверьте, не нужны. Поэтому вот как лечим, так и лечим. И с вами делимся вот этими результатами. Самое главное, что... Все там комментарии, вот, там Дениса, мы на это на живую вот это вот все оперируем. Ну, как бы мы потом еще объясним, что есть операции, которые делаются под наркозом, есть операции, которые делаются под местной анестезией. Ну, соответственно, есть операции и перевязки, которые невозможно сделать вообще под какой-то анестезией. Поэтому, ну, на видео будет много всяких вот этих моментов, когда кажется, ой, все, они живодеры какие-то. Ну и там скажи, как ты себя чувствуешь, Люди. Хорошо себя чувствую. Я живой. Я отлично себя чувствую, прям очень хорошо. Ладно, у нас пока еще, ну, не совсем конец лечения, мы пока еще полечимся, но все равно результаты есть, хоть 4. Сколько прошло? Следующий, вот 4 месяца будет уже, да. Сегодня сходил домой, человек побрился. По ступенькам поднялся, ты без одышки поднялся через разлет. 84, да? 85. Вот. Ну, сегодня дом покушал, может, думаю, в понедельник, может, побольше будет. Я спаю побольше. Дай салфеточку еще. Дайте, я приспущу, может, обратно. А она тут хорошая, то есть она прям тут ёкает. У него застаивается там все равно. Потерпи. Эта штука, она... Куда? С брюшины уходит? С брюшины уходит, ага. Ну-ка, повернись-ка. Направо. Слабляйся. И каплю все равно вешаем, да? Да, каплю вешаем, конечно. А дай зажим мне еще. У тебя даже резинки уже жить не хотят. Слушайте, ну вообще можно. Все. Чтобы у тебя вот эта вот резинка была для оттока. Ну, просто подтекала. Да. То есть это где-то прямо уже здесь рядышком вот эта вот вся полость, с которой течет, она вот. Просто если закроется, будет растекаться, ну, дальше. А если она не закроется? В конце перевязок, когда уже дело шло к выписке, мы нацепили на Дениса калоприемник, научили пользоваться. Калоприемник нужен не только для того, чтобы он накладывался на кишечную стому. Это такой деревенский лайфхак, его тоже можно положить просто на обычную свищевую рану. И он с этим калоприемником замечательно ходил. Мы его уже начали отпускать домой. Так делать, конечно же, нельзя. Больной, который лежит в стационаре, домой уходить не может. Но мы тоже все понимаем. Человеку нужно мыться, бриться, разговаривать с женой, которая замечательная. Еще раз говорю, Дениса было лечить достаточно легко. Респект его родственникам. Мы общались с его женой только однократно, когда она подписалась на меня в Инстаграме, посмотрела, что за доктор, и на этом все. Она не написала ни одного сообщения, она не задала ни одного вопроса. Но я прекрасно знаю, что она всю ситуацию понимала, и Денис с ней общался, и, ну, как бы она за него тоже переживала. И мать Дениса, которая приходила сюда и иногда за ним ухаживала, когда он был не особо в благопристойном состоянии, она тоже не задавала никаких вопросов, кроме того, что
говорил, да, я все понимаю, тяжелые заболевания, доктора лечите, доктора спасибо. Вот такие родственники должны быть, и с такими больными, у которых такие понимающие родственники, достаточно неплохо работать. Потому что вот эти вот все скандалы, звонки в министерство, звонки главным врачам и начмедам, к сожалению, поверьте, они ни к чему хорошему не приводят. То есть жаловаться бесполезно, жалуйтесь на болезнь. А на врачей, которые занимаются вашими родственниками или вами, наверное, жаловаться, ну, как бы не камильфо. Мы с вами немножко отошли от темы. Что мы делаем с Денисом дальше? Дениса мы притащили в наш УЗИ-кабинет, в нашу смотровую. Своими силами на нашем ультразвуковом аппарате посмотрели, что же у него происходит в брюшной полости. У него уже к тому моменту не было дренажей. У него выпал дренаж, который собирал астатическую жидкость, и не было астатической жидкости. У Дениса не было обильного отделяемого, у него просто были там соплями намазанные в калоприемнике небольшое количество гнойного содержимого, которое текло из раны из основной. У него не было скопления жидкости на ультразвуке в брюшной полости. Он нормализовал все лабораторные показатели, он не температурил, и Денис в какой-то момент запросился домой. А мы его отпустили. Ну а почему бы и нет? Он к нам еще пришел на контрольный осмотр. Он уже пришел без калоприемника, он уже пришел без каких-то повязок, сказал, что он вышел на работу, что он занимается. И на этом его история пока, еще раз говорю, пока закончилась. Ну давай смотреть. Давай слева смотреть. Денис, контрольный выстрел ультразвуковым датчиком. Это почка, паранефральная. Это почка и паранефральная клетчатка. Эпигастрий. Он съел же, да, у нас с утра еду какую-то? Нет, воды, кофе мне разрешили. Ага. Кофе, одну конфетку оставил. Угу. Обалденно видно на камере. Ну и с это, справа почку. Печенка, у тебя камень еще в желчном пузыре, ты знаешь, да? Денис. Чего? Камень еще в желчном пузыре. Это серьезно сейчас? Да. А что он там взялся? А он там и был. Че, на волю? Конечно, за волю. На волю? На волю бывали? Спасибо вам, вы лично. Не до конца, правда. Вот это коронная фраза, я уже с вами ее проходил. Для тех, кто сейчас начнет умничать. Конечно же, в других больницах, может быть, панкреонекроз лечится по-другому. Мы все время с вами должны вспоминать статистику летальности, то есть количество тех пациентов, которые погибли от этого заболевания, и будем вспоминать, что статистика летальности не особо благоприятная. Для тех, кто будет совсем спорить, что мы все сделали неправильно, мое мнение вы, конечно же, знаете. Оно вот тут вот сейчас наверху будет вам показано. Извините за прямоту. Очень много просто людей, которые говорят, вот, доктор, вы там вот так себя ведете, вы вот так вот там плохо все говорите. Ну, для них вон, для остальных продолжаем. Не все панкреонекрозы и не все тяжелые панкреатиты нужно лечить именно таким образом. Есть такие больные, которых нужно открывать раньше. Есть такие больные, причем не как Денис. У Дениса все относительно неплохо было в самой поджелудочной железе. У него поджелудочная железа на повторных компьютерных томограммах была неплохая. У него нормализовался уровень сахара. Вы помните по первому видео, Денис к нам пришел с вторичным сахарным диабетом. То есть поджелудочная железа не вырабатывала достаточное количество инсулина из-за воспалительных изменений. У многих пациентов, у которых произошла большая часть гибели ткани поджелудочной железы, сахарный диабет остается по жизни. Но Денис ел что угодно, и у него уровень сахара держался в норме, что говорит о том, что у него с поджелудочной железой после перенесенного вот этого панкреонекроза было все относительно благоприятно. Сформированный стул у человека при панкреонекрозе, перенесшего панкреонекроз, тоже говорит о том, что у него нет никакой ферментативной недостаточности. Вся его проблема была в инфицировании вот этой вот забрюшинной клетчатки, и мы уже потом, когда лечили пациента, лечили не панкреонекроз. Мы лечили гнойные осложнения панкреонекроза, а именно забрюшинную флегмону, которая на фоне вот этого панкреонекроза возникла. Это нужно понимать.
кому-то из больных, у кого формируется секвестр в проекции поджелудочной железы, с наличием флегмона, с наличием гноя, не жидкостные скопления, которые мы дренировали на первом этапе. Вы помните, что у больного были жидкостные скопления, мы под контролем УЗИ таких пациентов дренируем, это маленько не то. Мы некоторых больных открываем намного раньше, убираем оттуда секвестры, убираем оттуда гнойные ткани, но в данном случае пациенту относительно повезло, и мы с ним не прибегли никаким открытым хирургическим вмешательством. То, что мы делали в операционной, это ковыряние пальцем, это большой операцией не считается. Что в итоге? Возвращаемся к началу видео, вспоминаем Дениса за рулем, вспоминаем Дениса с дверями и с дрелью, и человек у нас возвращается к нормальному образу жизни. У него нет лапаротомного разреза, ни продольного, ни поперечного. Ему можно давать физические нагрузки, ему можно нормально питаться, потому что сейчас поджелудочная железа его работает достаточно неплохо, без какой-то ферментативной недостаточности. У него никогда не будет в ближайшее время сахарного диабета, если все с поджелудочной железой будет точно так же. И Денис, в принципе, стал относительно здоровым молодым человеком. На радость себе, своей супруге, детям, если они у него есть, я вот, к сожалению, не знаю, и его другим родственникам. А мы на этом ситуацию с панкреонекрозом закончим. Когда-то мы, скорее всего, с Денисом еще встретимся. У него остались камни в желчном пузыре, которые можно фантазировать, что и привели к тому случаю, что у него возникло вот это вот заболевание. Мы еще не разобрались до конца с его большой селезенкой, с падением его гемоглобина, хотя он сейчас не выглядит анемичным человеком, особенно вы видите на видео, да на мороз человек с красными щечками. Так вот, это когда-нибудь мы посмотрим и дальше Денисом будем заниматься. А пока мы оставим его в покое, организм должен набирать сил, организм должен набирать еды. Еще раз говорю, дома и стены лечат, поэтому лечение в стационаре это одно, а когда человек выходит на улицу, на работу и сидит у себя дома, это совершенно другое, но до какого-то определенного разумного уровня. А на этом мы с вами распрощаемся. Если у вас остались какие-то вопросы, совершенно не дурацкие, есть адрес в Инстаграме, и вы можете на него зайти и какие-то вопросы задать. Если у вас есть вопросы, как мы все время говорим, по лечению пациентов, вы можете обратиться к Инстаграму нашего отделения, он тоже тут сейчас написан, и живой человек вам все расскажет и многие моменты вам посоветует. Убедительная просьба. Не пытайтесь лечить своих родственников и себя дистанционно. Все вопросы по лечению и предстоящей операции нужно решать после того, как мы посмотрим пациента. А дистанционно, почитав выписки, ваши какие-то обследования, ничего решить нельзя. Поэтому в моем Инстаграме стоит стоимость консультации заочно, чтобы никаких этих консультаций не было. И на этом точно все. До новых встреч. Мы с вами еще увидимся. И у нас будет много интересного, потому что материалы записаны вот так вот. Пока. До встречи.